На сцене проекта «Признание». Это похоже на совпадение, но совпадений не бывает. До этого был Сергей Сергеев, теперь Евгений Женин. Что же будет дальше? Древняя песня, которая называется «Гимн жизни». Сегодня в очень легком варианте. Жизни не жалей, музыка должна звучать в сердцах людей. Знай, что будешь впереди, силой внутренней любви, искренние порывы и чисты дела твои.
Следующая песня называется «Путешествие». Песня написана специально к одноименному спектаклю театральному. В сети все есть, только ленивый не найдет. Это не намек. И все это случайно. Утро нового свет, ветра теплого вздох, сквозь окна моего раскрытую даль. Пепел прожитых лет, боль несказанных слов, заберет пусть к себе былая печаль. Я как будто родился, проснувшись от сна, где судьбой моей правит кто-то другой. Над израненным миром восходит весна. Я снова живой. Не поверив, как в детстве, что я все могу, растолкав гору страхов и придуманных благ. Я в восторге дыхание на миг задержу, чтобы сделать к мечте первый шаг, чтобы сделать к себе первый шаг. Первый шаг.
Спасибо. Друзья, и ваши аплодисменты. Евгений Жигин на сцене петербургского проекта «Признание». Жень, скажите, пожалуйста, вы сами написали эту песню? Музыку написал сам, а слова написал Олег Арутюнов совместно с Дмитрием Ханом. Друзья, ваши аплодисменты. Видите, уже и собственное творчество здесь на сцене петербургского проекта «Признание». Огромное вам спасибо. Ну а мы, друзья, продолжаем.